В преддверии начала нового учебного года предприятие «Adult.com» подвело итоги акции «Соберем детей в школу». В очередной раз догупилчане показали, что они неравнодушны к чужим детям и скрасили приятными сюрпризами подготовку ко Дню знаний воспитанникам Навинского детского дома и семьям, проживающим в социальном доме. Чтобы отвезти все собранные вещи в детский дом, потребовался грузовой микроавтобус. Очень было приятно, что в этом году было очень много вещей, именно новых, с бирками, с этикетками. То есть это очень приятно. Много было обуви и достаточно много костюмов именно для первоклашек, для школьников, то есть белых блузок, брюк. На сегодняшний день в Навинском детском доме живут 40 ребят. Одни посещают подготовительные группы в детском саду, другие – общеобразовательные школы, третьи уже получают профессию. И каждый из них с волнением и радостью ждет первый учебный день. Всегда эта помощь очень нужна. И даже та дружба, что мы у нас уже из года в год продолжается, даже вот это тоже очень важно. И такое сердечное отношение догупилчан к нашему детскому дому. Огромное-огромное всем спасибо. В социальном доме предприятия «Adult.com» по традиции встретили нарядные первоклассники. Для них «Adult.com» подготовил особые подарки – рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Всего в социальном доме проживает 128 детей, из которых 64 – школьника. Впервые за школьную парту сядут 8 ребят. Тебе хочется в школу или не очень? Хочется. А почему? Потому что там хочу хорошо учиться и хочу хорошие оценки получать. На протяжении уже 10 лет именно компания «Adult.com» делает нам такой приятный сюрприз, будем говорить, такое долгое сотрудничество, да. И хочу поблагодарить Елену Панкевич, хочу поблагодарить Инну Плавака, да, за оказанную помощь и поддержку. И я надеюсь, что в дальнейшем мы также будем сотрудничать, да, потому что действительно это огромная помощь для наших семей. В этом году вместе с компанией «Adult.com» с подарками в социальный дом приехали члены молодежного отдела Даугавпилского отделения Латвийского Красного Креста. Они провели аналогичную благотворительную акцию, делая акцент только на канцелярских принадлежностях. Результаты превзошли ожидания, за что они благодарны горожанам. Было собрано столько много канцтоваров, что было возможность укомплектовать 50 пакетов, в которых находится все, что необходимо для того, чтобы пойти 1 сентября в школу. Поздравляя ребят с новым учебным годом, заместитель руководителя управления социальных дел Раймонд Вилтинш пожелал, чтобы школа для ребят стала увлекательным приключением. Тем более, что все необходимое, чтобы отправиться в это приключение, теперь стараниями догупилчан у ребят есть.